Друзья мои, всем привет, с вами Кентавр, мы находимся в игре Man Eater, и добро пожаловать на очередную серию, на очередную дневную, сразу замечу, серию, потому что днем все балдеют, всем нравится, всем вообще по приколу, потому что все видно, и напрягаться не нужно. Тем более, если вы смотрите с телефона, друзья мои. Давайте посмотрим, на кого мы сейчас как бы будем охотиться. Во-первых, охотиться мы будем с помощью вот такой вот большущей рыбы, то есть это у нас акула, но задание у нас вот. Вот одно есть. Одно задание здесь, а на самом деле, если посмотреть на журнал, нам нужно пройти чуток побольше. Пока что активно только ластоногие проблемы. Это значит, нам нужно сюда. Находимся мы здесь, будем плыть вот так вот по кругу. И, само собой, по дороге мы возьмем и другую цель, друзья. Давайте глянем, это нам куда? Нам сюда. Значит, а если здесь кто-то плавает, мы его кушать будем или не будем? Опля! Вот так, только пугать будем, потому что я не хочу сейчас себе проблем сделать. Я знаю, что если... О, блин, ё-моё. Так, мы же пропускаем очень многие вещи. Маку, иди, Маку, не надо мне сейчас тебя трогать. Кстати, а здесь у нас что такое, друзья мои? Здесь у нас маленький такой вот знак автомобиля, которого... Хрена себе такая вот у нас калиточка. Ага, это калитка, которая была написана всегда, что... Для ее открытия тебе нужен взрослый акуленок. Именно прям взрослый. Так вот и было написано. Хорошо, давайте идем дальше. Плывем и смотрим, куда же мы попадем. Дорадо, дорадо. Ну я тебя сейчас кушать не... Хотя, друзья, почему бы и нет. Глянем на наши статы. Это у нас акула пожилого возраста, скажем так, да. 22 левел, уровень. И рейтинг по здоровью у нас очень-очень хороший рейтинг. Качаемся как можем. Очков у нас до хрена. Если, мне кажется, поднапрячься, то можно еще подкачаться. Еще немножко. Мутаген 23 подогревает эволюционную гонку вооружений. А вот мутаген, эта тема вообще шикарная. Секундочку, давайте мы здесь еще поищем. Черный неземной глаз акулы четко фиксируется на жертве. Да, это я знаю. Правда, здесь у нас я ничего такого не вижу, прям серьезного. Для того, чтобы напрягаться. А где мы вообще? Мы здесь. А наша проблемка находится прям по курсу. Возьми. Одна из важнейших функций акулы – очистка океана от разнообразного мусора. Вот наша цель, друзья. Нашли свою цель. Еще один знак нашли, потому что это все нам нужно. Обязательно. Таким образом мы свою себе акулу качаем. Дорадо, не мешай. Ты видишь, какая она дерзкая? Сможет ли она сломать вот эта вот акула, сломать вот эти вот ворота? Слышь, промах. Иди сюда, иди сюда. Да. Сейчас мы выйдем немножко так, чтобы было пошире, чтобы было где развернуться. Иди сюда, кому говорю. Что-то промахиваемся, нормально. Попадаем по цели, отлично. Иди сюда, трепочка. Сейчас мы ее сожрем. Я же говорю, сожрем. Шикарно, друзья мои. И вот наши тюлени, типа наша цель. Мы должны убить целых 10 тюленей. Понимаете? 10. Тут их куча. Сейчас мы их всех съедим и пойдем, само океан собой. Океан может казаться другой планетой, но его безжалостное и жестокое злоба лишь отражение нашей собственной. Ну, как бы я не знаю. То есть то, что я сейчас очень злобный и... Ну, типа злобный, как это назвать-то? Жестко прям атакую всех. Это значит, я злобный, да? Это отражает... В Кравьяр-Кей вы найдете цветные паруса. Роскошный пятизвездочный курорт, построенный на месте останков до колумбового города Тунимача. Тюлень, иди сюда. Где когда-то жила самая развитая цивилизация Древней Америки. Секунду, он вообще о чем? О чем говорит-то? Нам нужно тут пробить? Сейчас пробьем. Я же говорю, пробьем. Блин, ну давайте два туннеля еще возьмем. А там у нас что вообще? А, так это другая локация, это Кавьяр-Кей. Нет, в Кавьяр-Кей мне пока что, мне кажется, не надо, поэтому мы туда идти не будем. Тюленчик, мне нужно две штуки. Здрасте, маленькие мои, здрасте. Учитывая количество людей, приходящих на пляж, разумно предположить, что немного человеческой мочи все же попадает в море.
При чем тут моча? Почему у меня сейчас был загрузочный экран? Это очень странно вообще. Первый раз такое, мне кажется, у меня было. Там акула, секундочку. Все, задание мы сделали с вами. Здесь у нас следующее задание — Flash Royale. Поиграть. А, какой поиграть, блин? Тут кого-то надо будет съесть. О, так нам здесь дадут костяной хвост, друзья. Давайте посмотрим, что у нас прокачано, что я могу еще прокачать. У нас есть костяные плавники. Костяной хвост где-то вот здесь, походу, откроется. Это у нас впервые такое. А, третий уровень каменных этих костяных зубов. Дальше, костяное тело, целый пятый уровень, это последний уровень мы прокачали с вами в прошлой серии. И плавник третьего уровня. Все остальное у нас пятого уровня. И по чуть-чуть, само собой, я это могу еще себе прокачать. Правда, зубы нам нужно прокачать. Для этого нужно 12 тысяч минералов. Сейчас, секундочку, разберусь с акулой. С большой якобы акулой, да-да-да, с большой. Была большая. Была большая, стала маленькая. Все, идем к нашему хищнику, потому что у нас тут есть цель такая. Значит, блин, по дороге, наверное, возьму этого, а потом флеш-рояль сделаю. Давайте тогда сюда, а потом к флеш-роялю и прям сразу же поплывем. У нас активна очень хорошая такая перка. На тышечку, да? Если нажать, то у нас прям такая бронированная акулка получается. А, отлично. Где наша цель? Это вот акулка, которая якобы второстепенное задание, 25 уровень. Чё-то такая дерзкая-то. Ух ты же, ё-моё, блин. Фига себе, блин. Как она мне взяла-то, а? Я сейчас тебя, блин, съем. Иди сюда, кому говорю. Чё, это я промахиваюсь, и она промахивается. Отлично, отлично, где она? Мне коврика не хватает, понимаешь? Чтобы попасть по ней. Мушечка надо. Влево, вправо. Мне кажется, я ей что-то уже сломал. Блин, промахнулся. Очень ответственный момент. Я промахнулся. Это очень плохо. Но, как говорится, из акулы осталось ничего. Смотрите внимательно, что из нее там осталось. Просто тело. Да. Шикарно, шикарно. Сейчас мы поедим. Еще один кусочек. Возьмем это значок. Занятия серфингом сопряжены с риском утонуть. Но зато от вас останется крутой скелет. Да ну, спасибо, спасибо. Хороший скелет, кстати, я его сейчас могу съесть, да? Нет? Прикинь, какие маленькие скелеты все-таки. Что у нас тут еще поблизости есть? Там у нас жиры плавают. Нет, жиры нам не нужны. Значит, мы берем следующее задание, то есть базовое задание, которое приведет... Повелительница глубин. Большая белая акула. А нифига себе. Сказал я себе, большая белая акула. Но это прям босс. Это не просто большая белая. Там у нас люди, да? Блин, мне тут нечем хилиться. 29-й, у меня 22-й. Давай, давай тогда. Будем большую бить. Главное не попасться ей в зубы. Слышь, большая, какая она поворотливая. Че такая дерзкая? Сюда, кому говорю. Друзья мои, получается, пока что получается. Правда, она меня тоже кусает. Если что, включу свою броню. Идет, мне кажется, пора. Но-но-но-но-но. Иди сюда, кому говорю. КПшечки у меня мало. Она меня запросто сейчас может сейчас засажать. Поэтому мы сейчас успокоимся. Пойдем похилимся. И нападем. Блин, там акула-молот. Великие течения поддерживают постоянный водообмен на планете. Сейчас. Это другая уже. Народ, вы задолбали. Я к другой акуле сейчас заплыву. Акула-бык предпочитает охотиться в Luxury Leisure Group. Отреагировали на повышение уровня моря тем, что завезли уже 285 тысяч тонн песка. Отлично. Пора. Ты где? Вот она. Пора. Я немножко захилился. Я начал вообще не... Чё? Полное ХП, блин? Капец, ё-моё, называется это.
Как это так? Почему ты сейчас захилилась полностью? Я понимаю, что я тоже захилился, но все-таки. Уходим, уходим, собираемся. Блин, мы одинаково бьем. У нее половина здоровья, у меня тоже половина. Ну давай, напади. Твою мать, а? Вот собака. Чем хилиться-то? А, Дорадо, иди сюда. Дорадо! Больно. Больно бьет, кстати, очень больно бьет. Блин, людей брать не хочу. Чё, Дорадо очень мало дает. Не-не-не, не бей меня, не бей меня. Погоди, погоди, я сейчас... О, тюлень. Сейчас. Акула, это мой? Мой тюлень, мой тюлень. Так, какой промах? Жри его. Есть. Какая она жесткая. Какая все-таки она жесткая. Очень жесткая. Бьем ее. Кусаем. Все. Хвоста нет. Плавников нет. Отлично. Кровоточит. Все признаки того, что она сейчас сдохнет. Жесть какая она... Проворная, да? Большую белую акулу нередко называют королевой океана. Так что она имеет какое-то отдаленное представление о роли монарха в современном обществе. Да, вот это однако было. Ну, как бы нелегко, могу я вам сказать. Это было нелегко, так это мы уже с вами находили в прошлой серии. Это что такое? Рыбий корм? Проведать Пита снова. Вау, так мы все прошли. Отлично, загляните к Большому Питу. Шикарно, друзья мои. Это вообще прикольно, потому что мы очень быстро подошли к моменту, где мы встречаться будем с нашим главным, скажем так, героем. Но, правда, надо покушать сначала. Пошли. Пойдемте к Питу. Обязательно. Друзья, надеюсь, вы уже лайк поставили. Надеюсь, вам игра нравится. Если вам она нравится... Пит, что в этих бочках? Рыбий корм. Пит, что бы это ни было, можно попросить вас этого не делать? Я эту акулу достану. Так или иначе. Мне просто кажется, что вы перегибаете палку. Речь ведь об одной единственной акуле, а вся экосистема... Об одной акуле, что парня моего убила? Пит, слушайте, я понимаю. Хочешь еще подергать за этот узел? Да, не забываем, что сына нашего Пита убили. Ну, как минимум, он пропал. Кит, всем привет, эпизод номер 7. Это круто. И папаша, само собой, это естественно, это нормально, что он будет сейчас мстить. Как он будет мстить, мы еще не знаем, но узнаем как-нибудь, наверное, может быть сегодня, может быть в следующей серии. Но попробуем глянуть, что будет дальше. Полный грот любви. Нам нужно пойти в следующую локацию, Кавьяр Кей. А туда проплыть, как я понимаю, можно вот так вот, а можно через вот эти вот, ну, через эту решеточку или через вот эти вот ворота, если здесь вообще ворота есть. Давайте сюда вот цель поставлю. Вот прям сюда, сюда заплывем и пойдем, само собой, дальше. Но... Я бы хотел сначала в грот свой проплыть. Наверное, есть смысл сейчас прокачаться. Потому что, друзья мои, открылся у нас хвост. Костяной хвост. Это очень важная тема. Лишь здесь акула способна постичь чудо любви к себе. Вот, друзья мои, хвост. Открылся у нас хвост, который стоит сколько? 8000 минералов. Это круто. Он нам даст 30% радиуса всплеска. Это пассивная, это вот перка, да? Урон от взмаха хвоста 6, плюс 50% сила взмаха хвоста, круто. Защита и урон от тарана, прикольно. Все это качается, значит, мы это берем, само собой. Потому что иначе вообще никак. Следующий апгрейд, это у нас будет 10 тысяч, само собой тоже берем. Потому что второй левел нас сейчас не интересует. Ну и уже следующий 12 тысяч. На что нам денег, ну не денег, а эти вот минералов не хватает. Здесь то же самое, 12 тысяч, и для зубов нам тоже нужно 12 тысяч. Короче, в общем, нам нужно 36 тысяч минералов, а у нас есть только 8. Это очень
мало. По крайней мере, я поставил усвоение минералов, то есть, если мы какие-то минералы там найдем, то, блин, ну, 20% плюс минералов нам дадут. Все, друзья, что можем мы еще прокачать? В принципе, я другого как бы качать не хотел, потому что тут у нас что? Адреналиновая железа, 5 уровень, больше нет, да? Здесь у нас есть сердечко, которое, опять же, минералы просит, и... Тут уже ничего не качается. А другую я качать не буду, потому что мы с вами сегодня качаем только... Не сегодня, а вообще свою акулу качаем вы. Костяную броню. Нам не туда. Погоди. Стой. Нам все-таки туда. Все правильно. Я плыл. Короче, правильно плыл. Нам нужно вон туда. Погнали. Я не мог проплыть мимо, друзья. Тут дискотека, понимаете? Целая дискотека. Правда, мне кажется, вот эта дискотека нам может помешать. И, само собой, тут могут быть авторские права. Это будет очень плохо. Поэтому мы дискотеку пропускаем и идем дальше. То есть, можно будет мне это все пройти. Но вне, так сказать, записи. Потому что авторские права, если прилетят, нам от этого хорошо не будет. О, минералы, видите. Неподконтрольное развитие прибрежной зоны несет определенные риски и осложнения для окружающей среды. Но понятно, понятно. Будем знать. Что такое? Что там внутри было в воде? Марлин, что ли? Иди сюда, блин. Греки называли акул морскими гончими. И эта особь оправдывает свою репутацию. Капец. Тут карта была. Блин, нет, тут не получилось. Секундочку, там опять Марлин, что ли? Дай выше. Ну давай, 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 давай. Еще. Еще. Блин. Короче, надо разгон сделать нормальный. Holy moly. Они говорят, holy moly. Давай. Да что ж с тобой, блин. Да, такое ощущение, что наша акула стала реально старой. Это как бы нас не радует. Но... А в чем проблема? Почему она сейчас уже не может? Как бы я эти моменты резать, наверное, не буду. Мы просто попробуем, как оно. Очень странно. Или здесь мало как бы разбега, что ли? Я на shift нажимаю, оно как-то вообще никак не делает ничего. Давай. Твою мать. Да вот так, напрямую. Но! Да неужели? А с 10-го гребаного раза. Какая она гибкая, однако. Жирная такая. Крокодил в этих водах? Аллигатор? Ну, с одного укуса как бы его сажать, это сильно. Это очень сильно. Немножко протеина нам не помешает, но аллигаторы в этих водах? Это, мне кажется, слишком жестко, нет? Блин, ем их прям на один зуб, вот серьезно. Вот вам новый грот. Давайте. В гроте можно получить короткую передышку от бурь и невзгод залива. Круто, 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 это очень круто. И какие у нас задания появились здесь, в нашей новой кавиаркей локации? У нас есть, смотрите, черепахи, вау. Во-первых, дадут 1750 минералов, это очень, ну, как бы больше дадут, но минералы нам сейчас важны. Плюс к этому сами черепахи, как бы тоже мы, если есть их будем, то они сами дадут эти же минералы. И вот задание тоже. Чего? Работа с... съесть 10, а, это 10 человек съесть. А здесь... Черный, белый и весь мертвый. А вот это вот уже интересненько. А ну-ка, по-быстренькому. Здесь у нас что? Достопримечательности, кавиар. Да ну, теневая голова. Это... Так это вообще интересно. Теневая голова, это вообще крутая тема. Давайте мы посмотрим. Там просто знак есть, который дает нам теневую голову, да? 300 метров. Ну, как можно карточку пропустить? Да никак. Иди сюда, кому говорю. Блин, опять я забываю про эхолокацию. Без нее мы ничего хорошего не найдем. А эхолокация нам поможет во всем. Плыви, маленькая, плыви быстрее, 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 еще быстрее. 90 метров. Голова, блин. Костяная голова. Странно, она...
просто от знака дает? Возможно, вы, как и я, гадаете, в чем секрет столь долговечного папье-маше. Там было написано, что если я найду этот знак, мне дадут костяную голову. Зубы. Странно, значит, я что-то... Это тело. А что за костяная голова, блин? Ну, очень странно, короче, я что-то не понял, значит. Тогда идем дальше к нашему какому заданию? К нашим черепахам. Погнали. Блин, вот эти вот знаки, вот эти вот карточки, номера и так далее, они все выше и выше. Это в полном серьезе. Это вообще ненормально, это ненормально высоко. Че-то орешь, блин, ничего не получилось у меня, она уже орет, а? Вот бабенция, бабенция, не орать. Так, стоямба, стоямба. Аллигатор, аллигатор, может ты мне поможешь сейчас? Как-нибудь. Че вообще? Ну, давай. Эц. Пошли, почти. Сейчас, секундочку, может как-то на мост? Да, вот так вот. Отлично. А дальше сможешь? Конечно. Сейчас сможет, все ж может, все ж может, сможет. Сможет. Не сможет. Блин, ну она у нас не сухопутная, это понятно. Мако. Иди сюда, Мако. Да, с одной трёпки. Блин, ну это прям надо резать моменты эти. Надо врезать, потому что, ну, не всегда получается. Здрасте, человек, я тебя кушать не буду. Не беспокойся. Я просто карточку возьму и все, блин, чё ты паришься? Там что-то пищит, друзья. Мне нужно взглянуть. Вот, вот что пищит. Окуни могут вобрать в себя громадное количество воды в попытках всосать. Как неудивительно, это был даже не самый худший день рождения Алекса. Окуни могут взять... Все? Еще пищит? Да, вроде все, это уже баг. Окуни могут всосать... Нет, наоборот, взять в себе столько воды... Дабы что-то там всосать какую-то хрень. Я так и не понял, но надеюсь, это не столь важно. А вот наши цели. Во-первых, мы разберемся с Мако, потому что они мне будут мешать здесь. Что-то как-то с одного укуса. А, я думал, не получилось. А Это касатка? Стоямба, почему ты здесь? Музло прикольное, так. Дунц. Секунду. Какого хрена? Касаточки черно-белый и весь мертвый. И что ты тут делаешь? Ты же не здесь должна быть. Касаточка у нас должна быть вот здесь. А я ее встретил вот тут-то вот. 30-го левела! Да вы че, блин, прикалываетесь? Черепахи, у меня тут задача как бы другая. Черепашкина задачка. А куда она пропала-то? Ой. Они все-таки есть. Блин, у меня 22-й левел. Какая касатка? Вы чего? Акулы тоже могут позволить себе неправильное питание. Да я понял. А как с касаткой-то быть? Давай попробуем. Я попробую. Больно, больно бьет. Очень больно бьет. Пошла отсюда. Пошла, кому говорю. Стой. Чё ты вылезаешь, блин? Давай за черепахами, потому что нужно подкрепиться. Касатку. Промах еще, блин. Иди сюда. Блин, первый раз видим касатку, друзья. Первый раз с касаткой деремся. Блин, мало. Нам нужно подкрепить. Да не с тобой, блин, подкрепиться. Очень мало ты дашь мне. Черепаха первого левела, вы чё? Я касатку хочу все-таки съесть. Тут у нас задача, как бы, понятно, есть, но... Я черепахами подкреплюсь. Больно было. Нормально. Справляемся. Хрена себе называется это, блин. Касатка дерзкая, я понимаю, она тяжелее, блин, но... Но все же. Капец, а как мы будем драться с этим, с боссом? Давай хвостом тебя ударю, вот так. Касаткус. Жесть. Ты же не выпрыгнешь ко мне, не?
Только не Мако. Дай мне чуть. Да хотя чуть только не Мако. Иди сюда, дорода. И Мако тоже. Казатка отвянь. Даже полумертвая акула все еще представляет собой серьезную угрозу для любого живого существа. Тем более для людей, кстати, друзья мои, чтобы вы знали. Я уже такое видел, как бы. Да давай же я тебя все-таки доем. На как же они сильно бьют-то? Это же вообще нереально. Жесткая она очень. Очень жесткая. Мако, иди сюда. Подкрепились. Еле-еле там дышит. Жестко. Это было жестко на самом деле. Признаюсь. Что там у нас? Куда это ведет все? Ой, беда, это понятно. Так, это ведет куда-то туда, короче. И нам сейчас это интересно, потому что нам нужно еще две черепахи съесть. А сколько у меня очков? 12 тысяч. Мне дадут еще 1700, вроде бы, если не ошибаюсь. Ой, как мы так? Профукали черепаху, иди сюда. Чрезмерно активная деятельность человека и снисходительные законы десятилетиями разрушали экосистему залива. Но последний поступок Пита переходит все границы. Разъяренной акуле придется ускорить эволюцию до предела, чтобы спасти остатки своего океанического дома. Капец, а? Друзья, мне кажется, у нас есть уже 14 тысяч, значит, мы можем себе или хвост сделать покруче, да, потому что тут нужно 12 тысяч, или рот сделать. Странно звучит. Урон от трёпки, бонусный урон при укусе лодки, кстати. А для касатки, если я сейчас бороться буду, что мне лучше, защита от урона, урон от тарана, это все для лодок, да? Радиус всплеска, кстати, урон от взмаха хвоста, сила взмаха хвоста, защита от урона, урон от тарана. Блин, это все для таранов и всего этого говнеца. А у нас есть второй уровень этого. Не-не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Наоборот, мы берем вот это вот. Мы пока что ничего не меняем. Здесь блин, это ступень первая. Кстати, я же могу электрическое тело тоже взять, потому что у нас жиров до хрена. То есть прокачать электрическое тело тоже можем. Круто. Круто. Тогда давайте мы сейчас в грот попереместимся, потому что нам можно уже прокачаться. Вот сюда вот. Акула отступает в грот, чтобы предаться спокойным размышлениям. Тело на максимум, защита урона тарана, здесь радиус всплеска. Кстати, я бы хвост, наверное, прокачал. Или трёпку, бонус урон при укусе лодки. Давайте, здесь просто больше параметров качаются, поэтому буду качать пока что хвост, так уж и быть. Давайте. Отлично, выглядит хорошо. И плывем, мне кажется, сразу вон в морских сюда. Аттракционах Хасаниту годами кормили одной и той же мороженой селедкой. И теперь она хочет полакомиться своим любимым блюдом, сырой акульей печенью. Да, как-то так. Вот смотрите, по карте нарисована вот такая вот штука, да. И написано, что награда 1700 этого, 1700 этого, этого. И теневая голова. Но, допустим, это находится вот здесь. Значок такой, да? Проиграв Кинг Крашу в полуфинале Монстромании в 2011 году, Большой Финн решил вести простую жизнь ближе к природе. И нам дали теневую голову или нет? То есть для прокачки такое у нас будет не... А, голова, блин. Она же еще не открыта как бы. Да... Откроется она у нас, хрен пойми где. Окей. Кстати говоря, если у нас все-таки столько жиров, давайте мы посмотрим, да и прокачаем себе все-таки электрическое тело. А раз здесь требуются только жиры, да, органы какие-то еще качать можно. Смотри, здесь могу качать минералов, чтобы больше давалось. Значит, усовершенствуем вот эту вот штуку. До 5 левела сейчас сделаем, потому что мы это можем себе позволить. Все, больше не усовершенствуется. Здесь тоже 5 уровень. ХПшечка нет, трогать не будем.
Земноводные. Обязательно тоже, потому что жиров у нас очень много. Усвоение жиров нам не надо качать, это нам все как бы лишнее. А вот здесь я бы все же электрическое тело как минимум проверил. Жиры у нас пока есть. 49 тысяч еще осталось. Ну, я понимаю, что мы мутаген тоже тратим, но... надеюсь, он нам сильно прям так не понадобится. Более, ну смотри, электрическое тело тоже как бы хорошая штука. Когда активно, 30% защита от стрелкового оружия, защита от урона электричеством. Потом при выпаде, скорость выпада, максимальная скорость, бонус к ускорению, скорость плавания. Короче, тоже много чего у нас тут включается. И если я включу эту штуку... как она выглядит. По бокам, видите, я могу вот такой вот тоже электрический хвост сделать, плавник и все остальное. Круто. Круто, когда-то я это все-таки прокачаю. А как это... смотри, я на Т сейчас нажму, посмотрим, как это работает. Ха, прикольно. Короче, качать буду всю акулу полностью. Музяка другая. И выглядит тоже вообще эпично. Крутяк. Да, прикольно. Но берем сейчас по-любому теневую костяную броню, потому что, ну, мы ее качали, значит, пока что сделаем по фулам теневую, как его, костяную броню, костяное тело и все остальное. Все костяное? Все костяное. Отлично. Идем дальше. Ну, друзья мои, мы вылезаем опять же в довольно глубокие такие воды. Мне это нравится, потому что здесь намного интереснее, намного больше места. Ну и, как говорится, есть на что посмотреть. Давайте выйдем. Вау. Там танкер, кстати, топливный, я вижу, да? Тут людишки. Здрасте, я вас кусать не буду, не бойтесь. Вообще ноль эмоций, прикинь. Это, мне кажется, ненормально. Но что-то у меня такое ощущение, что я пока что с этой вот проблемкой, именно вот с этой вот проблемкой, я не справлюсь. В морских аттракционах Хасаниту годами кормили одной и той же мороженой селедкой, и теперь она хочет полакомиться своим любимым блюдом, сырой акулей и печенью. Блин, делаем ставки, друзья. Преследуемая касатка. Жесть, я даже боюсь даже уже. Да, ясно, ясно, ясно. Ну, попробуем, да? Ага, укус хороший был. Ударил. Бля, она меня тоже ударила. Ушел, 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 ушел. Блин, не успел, не успел. Твою мать, она ушла сейчас. Она очень не вовремя ушла сейчас, а? Пока что справляемся, я ее теряю из виду, потому что мне коврика не хватает. Мышечка, мышечка, мышечка моя, не подводи меня! Больно. Твою мать, а? Дай мне что-то пожрать. Там знак, я видел его. Я видел его. Твою же медь, я же говорю, я сейчас, скорее всего, не справлюсь. Так, я пошел жрать. Тюлени, 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 тюлени. Тюлени. Постоянно ускоряющееся уничтожение Мексиканского залива проходит в соответствии с восприятием человеком понятий прогресса и развития. Так, Зиана, надеюсь, она сейчас не обновила себе ХП. Анализ рисков показывает, что национальная программа страхования от наводнений когда-нибудь выплатит кому-то из местных солидную сумму. О, дура. А не бей ты меня, блин, ё-моё. Не кусай то, ё-моё, а. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я почти. В морских аттракционах Касаниту годами кормили одной и той же мороженой селедкой, и теперь она хочет полакомиться своим любимым блюдом сырой акулей и печенью. Друзья мои, а вы сомневались? Я уверен, что вы сомневались, друзья мои, но на самом деле у нас все получилось, у нас все вышло как нужно. Как всегда, я немножко постарался, никак не сдохли, ни разу, то есть. Городской совет Порт Кловиса никогда не упустит возможности для перекрестного франчайзинга. Да. Так что на этом мы заканчиваем, друзья. Посмотрим, что у нас за задачи будут в следующий раз, посмотрим.
что у меня сейчас есть. У меня есть вот это вот. У меня есть людей пару штук погрызть. Потом вот здесь черепахи, тут черепахи. А если по заданиям смотреть, вот черепахи и опять же люди. Нам нужно кавиар кей прогресс сделать 50%. Убить суперхищника. Пройти коверки репутации численности 1/3 и возмездие. Хорошо, этим мы займемся с вами в следующей серии. Прошел я только 22%, само собой кое-что пройду без записи. С вами был Кентавр, это была игра Man Eater. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, не забудьте поставить пальчики вверх, подписаться на канал. А, секундочку. И все у нас будет хорошо. Да, мы покушаем немножко. Ну, бей его, все. Будучи трусами по своей натуре, охотники на акул будут звать на помощь при обнаружении своей жертвы. А, отлично, я тут уже разберусь, так что всем пока. Ага.